Можно я скажу два слова? Секундочку. Я скажу два слова. Два слова. Я хочу, во-первых, я хочу всем сказать спасибо. Это была действительно очень показательная такая вот показательное судилище. Вся Украина была свидетелем этого. Я так понимаю, что сегодня есть две Украины. Одна Украина, которая сражается, одна Украина, которая хочет перемен, реформ, хочет другой жизни, новой жизни, хорошей жизни, комфортной жизни, правильной жизни, честной жизни. Есть другая Украина, которая, к сожалению, досталась нам из прошлого, она еще живет по-старому, по каким-то своим старым законам, принципам, командам, вершит нелегитимное правосудие, вершит беззаконие, осуществляет коррупционные действия. Но я думаю, что вот с такими примерами и с таким обществом, которое у нас формируется, гражданское, мы победим. Я вам скажу так. Те, кто в старой Украине, за ними кони и колесницы. Те, кто в новой Украине, за нами Бог. Спасибо всем большое. Браво, Геннадий! Я прошу сохранять порядок. Да какой? А где здесь? Я прошу сохранять порядок, потому что сейчас это может привести к каким-то жертвам, каким-то потом, не дай бог, кто-то пострадает. Я не хотел бы, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Давайте добиваться всего легальным. Да тут нету легальности. У нас есть два дня, за которые адвокаты уже подготовили апелляционную жалобу, уже ее подали. У нас хорошая правовая позиция. Я всех вас в тот момент, когда будет назначен апелляционное рассмотрение, я вас прошу прийти, поддержать. Там тоже беспредел будет, дружище. Я думаю, нет. Я думаю, в более высокой инстанции уже нету таких судей, как здесь. Поэтому этот судья, с ним все понятно, он стоит на увольнении, он под уголовными делами. Я вас прошу отнестись к нему так, как мы к нему сегодня все отнеслись. Так он ничего только не зачитал, зачем ты идешь? Ну, я не могу не подчиниться, он пока что в мантии. Ребят, я вас очень прошу, давайте сохраним спокойствие. Давайте сохраним порядок, давайте сохраним друг друга прежде всего. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я прошу вас всех поддержать меня в тот момент, когда будет апелляционное рассмотрение. У нас достаточно хорошая позиция для того, чтобы выиграть апелляционное рассмотрение. Спасибо еще раз всем большое. Низкий поклон. Спасибо большое. Подождите. Куда мы идем? Депутат.